мерцают свечи, царит средь публики веселье и задор. Гордый, на вид спокойный, с волнением к выходу готовится актер. Он проживет в момент недели и года, проникнет к зрителям горящие сердца. Пройдет он путь от моря до скалистых гор, ведь сцена жизни в этой жизни он актер. Он будет плакать и смеяться и любить, с врагом сражаться, с другом преданно дружить. И если даже будет он врагом убит, то в зрительских сердцах он вечно будет жить. Исчезла публика, вздохнул устало зал. Молча на тихой сцене сидел актер, он словно что-то ждал. Он вспомнил, сколько в жизни прожито ролей, как часто удивлял принцесс и королей, как будучи юнцом он счастье искал, и сам не понял, как к театру в плен попал. И вот уж много лет он сценою пленен, но только этот плен похож на сладкий сон, а в сердце у него живет одна мечта — актером пленным быть до самого конца. А в сердце у него живет одна мечта — актером пленным быть